Так, ну что ж, всем привет. Будем сейчас играть в Гвинт. Думаю, начнем мы за Королевство Севера. Люблю я эту колоду. Вот как-то попробовал несколько раз. В принципе, довольно интересно. Вот. Есть несколько интересных комбо. Я немного поиграл. Вот, сейчас попробуем уже поиграть более... Заодно посмотрим механику, возможно, какие-то новые вещи. Недавно встретил очень интересного противника с интересной довольно колодой. Вперед! В атаку! Сомкнуть ряды! Так, повышение нам не нужно. Я бы даже его, честно говоря, из колоды пока убрал. Так, Кайдвенский осадный инженер. В принципе, пригодится. На куски можно пока убрать. Адреналин пускай останется. Хотя... Нет, пускай так и останется. Не смеши меня! Цири. Ну ладно. Есть что сказать напоследок? Неплохая мысль. Так. Верните эту карту в руку, если вы проиграли. Да, Цири довольно-таки серьезная карта. Да здравствуй, да здравствуй. Казнь сразу потратил, отлично. Так точно! Так, 22. И он пасанул. Ладно. Так, Цири у него вернется в руку. Ну, вообще сложный довольно выбор. Ладно, если у него Цири вернется в руку, тогда мы сделаем... Сделаем... Вот так. Всего надо! И вот так. Чтобы у нас тоже было 10.
карта. В принципе, посмотрим, что сейчас будет. У него еще достаточно карт, гораздо больше, чем у меня. Да, могло бы быть и лучше. За короля! Давай, войди, Цири. Ого, я чую неприятности. Вообще, это очень хитро. Получается, что у него три хода будет десятое существо. И это, блин, хреново. Правда, я не совсем понимаю, если его убить, что будет. Это Тимерия! Ладно, сделаем вот так. Хорошо. Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Так, он не спешит карты выкладывать, и, блин, похоже, нам придется такие выкладываться по полной сейчас. У меня-то уж нету сил. Поскорей бы уж бой! Ну-то хорошо, у него сейчас Цири будет. Что убить да я здравствуй, не могу. Да здравствуй! И, может быть, дать ему проиграть, но, блин, это не очень крутая идея. Вперед! В атаку! Вперед! В атаку! Окей. И сейчас еще адреналинчик, небось. Давай, адреналин. Нет? Ну ладно. Адреналин оставляет карту на поле боя. Как мы делали. Да. Отлично. У меня сетап, так ничего точно не скажешь. Ну, к сожалению, первую игру на сегодня мы проиграли. Да, серьезный противник. Надо Цири делать, вот что я вам скажу. Правда, Цири вместо Геральта, ну, не знаю. Ладно, поехали дальше. Жги гнездо паразитов! Так, командирский рог нам пригодится. Вот усиленную осадную башню можно убрать. Повышение можно убрать. И полевого медика для первого сетапа тоже можно убрать. Правда, у нас, ну, в принципе, жить можно. Лучше сдавайся! Да,
Серьезно. Серьезная заявочка. Вот сейчас бы эпидемию, конечно, бы, блин, но... Ладно, поехали тогда играть потихонечку. Да ладно, пускай он выигрывает, господи, да ради бога. По крайней мере, первый раунд, потому что, ну, он слишком раскачался. Да, вообще, на самом деле, вот эта вот отличительная особенность именно этой игры в том, что здесь есть три раунда, это очень необычно. Это как бы карты, то есть приходится понимать и думать, как все расположить правильно. Так. Надо было посылать раньше, пока он не раскачался. Так точно! За короля! У меня-то уж нету сил. Ладно, пришло время командирского рога. Если у него казни, конечно, нет. Жги гнездо паразитов! Мы использовали адреналин. У нас 18-е существо остается. Ну и баллисту получили, что в принципе тоже неплохо. У него, наверное, туман, конечно, есть. Я надеюсь, что... Так. Туманечко потихонечку начнем убивать. Ага. В принципе, ожидаемо. Грабеж! Насилие! Это по мне! Говорил же я тебе, баранья башка! Ну так вот. Окей. Да. Буквально на один у меня
перейдет. Да, бывает, бывает. Но игра хорошая была. Ладно, поехали снова. Эстет, эсекреса. Вперед! В атаку! Снова Эридин. Люблю Эридина. Так, ладно. Повышение нам не нужно. Осадная башня нам не нужна. И медик нам не нужен. Да здравствуй, да здравствуй. Бежать некуда. Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Пора заканчивать. Это, правда, конечно, проблемка такая небольшая. Смерть идет за тобой. Мои исследования важнее, чем это. Эридина использовал здесь. Ну ладно. Блин, я даже не знаю, что делать. Давай. И гнездо паразитов! Ну что ж, нарываешься, дружок. Или он это и хотел? Так, адреналин. Что, ставить кого-нибудь? Пускай Шал останется. Вообще нужно было командирский рог заюзать и поднять эти Геральт.
Геральт, ты вовремя. Терпеть не могу порталы. Да нет, ничего ты не сможешь с Геральтом сделать. Ничего. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Туманечков сразу уберем. Нам не нужно, чтобы они сейчас накачивались там. Так. Наконец-то! Пускай он думает, что он победил. Хотя, скорее всего, он и победил, если только у него не какие-то говнокарты. Все получается. Не он выиграл. Ну, по крайней мере, раунд. Ладно. Да. Хреново дело. В принципе, можно сразу сдаваться, наверное. Да, у нас же ничего нет. Да, что-то нам сегодня не везет. Три раза подряд проигрыш. При том, что до этого я выиграл раза три или четыре подряд не во время трансляции. Бывает. С одной башню брать, да? Ну ладно, в следующий раз уберем после этой игры. И гнездо паразитов! Сомкнуть ряды! Эпидемия. Против этого она не нужна. Ну, блин, два осадных инженера, хреново. Лучше сдавай! Так. Да здравствует, да здравствует. Угу.
так точно! Всего надо! Ну, правильно все сделал. Я тоже так умею. Это Тимерия! Так, значит, да? Привет! Ага, правильно сделал. Говорили, я псих, а теперь землю жрут. Заканчивай, заканчивай, пора уже сдаваться в этом раунде. Жги гнездо, паразитов! Блин, а вот это гениальная идея. Я, кстати, так не делал ни разу. Надо запомнить. Тогда пока сдаемся. Нам нужно подготовиться к следующему раунду. Так, значит, мы можем их из трех сделать 5. Грабеж! Ладно, сейчас будем смотреть, это может что-то получится. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Ай-яй-яй. Хорошо сходил. Закрой дверь! Мои исследования важнее, чем это. Ну вот так. Так у него карта осталась еще дофигищ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не жарко в такой куртке-то. Надо запомнить эту идею с риданскими рыцарями, я вот что-то об этом не подумал. Что скажешь перед смертью? Опять Эридин. Жги гнездо паразитов!
На, у нас осадная башня появилась. Так точно! Мне не хочется разговаривать. Три ведьмака вызвал. Хорошо. Да здравствуй, да здравствуй. Сдавайся! Сбережешь мне время! Угу. Так. Думаю. Это Тимерия! Гнездо паразитов! Так, и теперь у нас самый сильный отряд наш второй. Хорошо. Пришло. Так, ну ладно, давайте сделаем вот так. Нам тут туманник не нужен. Как раз башенка пригодилась. Сколько она там наносит урона? Даже не помню. 2. Лучше сдавайся! Мы никогда не нарушаем слово. Это только один матч, зачем он Цири вывел? У тебя сегодня плохой день. Странный чувак. Что он делает? Да. Ну и как бы все. Да, это был серьезный бой. Так, я хотел убрать башню осадную.
Берите золотой отряд на поле и отнимите 4 единицы всех его копий на той стороне поля. Так. Гром. Добавьте 4 единицы всем его копиям на той же стороне поля. Если это ведьмак, добавьте 6. Не золотой отряд. Лиданские элитные войска. Всякий раз, когда... Так, ну понятно, у нас здесь нет столько копий этого. Весемир есть еще. Так, я вот думаю, как бы оптимизировать колоду. Немножко хотя бы. Давайте эпидемию уберем. В принципе, мы ее всегда меняем. Так, ну давайте гром добавим. Парочку громов. У нас, в принципе, есть множащиеся отряды. Давайте пока так попробуем. Вперед! В атаку! Сомкнуть ряды! Неплохая мысль. Смотрите, присцилла довольно интересно. Она вызывает 2 случайных отряда. У меня-то уж нету сил. Говорил же я тебе, баранья башка! А, он, получается, все копии сыграл. Блин, я затупил, не то сделал. Ладно. Грабеж! Насилие? Это по мне! Пришлось выложиться. Тревога! Мобилизация! Это Тимерия! Давай уже ходи. Выкладывай. Не жарко в такой куртке-то? О, господи, серьезно? Неплохо. Интересно. Давай уже заканчивать. В
Замкнуть ряды! Это было хреново. Было даже очень хреново. Жги гнездо паразитов! Мы как-то вдуваем, ребята. Сара Давида! Не знаю, спасаю просто, чтобы особо не заморачиваться. Это Тимерия! Сара Давида! Да, комбо тут интересное, можно крутить. Блин, и менять-то нечего. Не надо бы поменять. Ладно, давайте гром заменим. Во. Тревога! Мобилизация! Идем уже! В прошествии 2 ходов сыграйте копию этого отряда из колоды. Ага. Грабеж! Насилие! Это по мне! Правильно! Молодец! Так точно! Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись! Политика меня не интересует. Грабеж! Насилие! Это по мне! Поскорей бы уж бой! Ха! Наконец-то! Так ты с нами или нет? Так, нам нужно что-то сделать. Будем вам выигрывать этот раунд или нет? Ладно, давайте пока повысим. Там посмотрим, что он сейчас выведет. Ха! Наконец-то! Хорошо.
Вперед! В атаку! Вперед! В атаку! Сейчас решил заюзать, да? Ну, молодец. Чего надо? Молодец. Лучше сдавайся. Хорошо, этот он выиграл раунд. Привет! Ну здорово! Чего надо? Зараза! Ах ты ж, блин! Я думаю, стрим пора уже переименовывать в «Проигрываем в Гвинте сегодня». Жалко, что нельзя поиск группы отменить. Сомкнуть ряды! Вперед! В атаку! Так, короче, гром я зря взял, наверное. Да здравствуй, да здравствуй. Да здравствуй, да здравствуй. Это Тимерия! Говорили, я псих, ну, а ладно. Теперь землю жрут. Так, 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 сейчас. Сейчас мы все сделаем. У нас нету казни, да? Ладно. Говорил же я тебе, баранья башка! Ну, пока так поедем. Сейчас, конечно, он заадреналинит их и закопирует, наверное, или нет? Главного из них. Я бы так всего сделал. Надо! Так. Сомкнуть ряды! Ага, у него их три в колоде. Ну хорошо. Ну давай казнь используй уже. Сомкнуть ряды!
Ну давай, казнь используй. Нету казни? Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Ладно. Так точно! Ну давай, что-нибудь делаешь. Казнь бережешь? Бывает. А, так у меня их тоже 3 в колоде. За короля! Все, мы выиграли. Ну да, 2 существа, 48 в конце, точнее в начале раунда, это нечто. Первая эпично выигранная игра, наверное. У тебя сердце Анкрайта. Жги гнездо паразитов! Так, ну вроде годится, только вот нам бы существ побольше, вот так. Противник завис. Похоже, противник отошел. Сейчас ты тут? Похоже, что нет. 15 секунд, 13. Отлично, он вернулся. Так, а когда этот отряд появится на поле, отнимите единицу всех появляющихся незолотых отрядов. Ладно. Не очень мне нравится эта идея. Да здравствуй, да здравствуй! Стоп, никто никуда не пасует сейчас. Все, что нужно было, мы сделали. Правда, если не сейчас. Ну, хотя, смотрите, как бы казнь уничтожит только одного из наших, потому что он сам же меня немножко поднасрал.
Сдавайся. Довольно глупостей. Не хочешь сдаваться, значит? Скажи, что шутишь. Так. Это Тимерия! Наверное, не того я немножко взял. Мои исследования важнее, чем это. Терпеть не могу порталы. Уж мы их встретим, так встретим. Огнем и железом. У меня-то уж нету сил. Что ты будешь делать? Ай-яй-яй, 79. Вот блин. Да. Ну, в принципе, неплохо. Не знаю, конечно, что там. Модрон Фрей терпеливо, но оскорбление не прощает. Наконец-то! Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Да, выиграл. Слишком я разошелся, видимо, в начале. Так, ну ладно, это сегодня была такая небольшая трансляция, что просто игру немножко поклацать, все такое. Ну, вот я думаю, что может быть там завтра уже поиграем снова, да может и ключик разыграем, посмотрим. Вот есть у меня один лишний ключик. Вот, ну на сегодня это все. Увидимся.